Короче, посмотрите на него. Последние минуты его счастливой холостяцкой жизни. И довольный какой. А я без очков буду. Саня, без очков все красивые. Ты доволен? Да, я доволен. Всю ночь не спал. О, пойдемте за ними, они сейчас в какую-то комнату зайдут. Только Иван. Давай ты вперед, наверное, я что-то очкую, заходить туда. Самый последний зайду, а то вдруг еще выйду оттуда, у меня кольцо на пальце будет. В общем, друзья мои, у нас сегодня русско-китайская свадьба, эксклюзивный материал для всех. Хорош плакать. Теряем пацана, да. Смотри, под дулом пистолета ставит подпись, видишь? Слушай, хорошо, что сидят. Зачем ты пистолет с собой взяла? Итак, друзья мои, присутствует Герман, присутствуют родители с обеих сторон, обязательно присутствуют белые колонны, дворец бракосочетания, и, конечно, жених и невеста. Нет, Саня, это не невеста, это и даже не жених. Крути, крути. Давай, давай, подпрыгивай и крути. Так, друзья мои, у нас еще один есть символ бракосочетания, называется Петр и Феврония. Во, точно. Обычно Сафрон. Сафрон и Сафрония. Ну, и Сафрония. Вот они. Возле них обычно тоже фотаются, и в принципе на этом заканчивается все. Я надеюсь, в принципе, на этом и заканчивается. Ну да. Вообще, смотрите, у этих двух статуй на руках голубцы. Видите? Два голубка. Они хотят за статуей, что ли, сфотаться? А, нифига. Я даже не знал, что здесь заяц. Оказывается, сзади... Кадр. Блин, задний заяц. Нужно заднего зайца потереть. Бедный заяц. Ну, смотрите. Ему отполировали лобную долю мозга. Саня, с чего сделан? Ты можешь определить бронза? По звуку? Бронза. Да, бронза. То есть он что, носил бронзовый кафтан, что ли, этот чувак? А что? Не, похоже. Чернявский, вот именно. Не, ну магнитиком надо проверять. Бронза больше на молотуни магнитится. А если на зуб, ну, знаешь, молотуни, как золото проверяют? Бронза. Похоже. Итак, друзья, мы выдвигаемся на природу. Вместе со всеми. Говорит, пофиг на фон, а на небеса посмотрели. В автобус, дорогие друзья. Да. Едем за город, потому что за город, если мы там будем буянить, пьянствовать, чтобы никто не пострадал в городе, правильно? Чтобы никто не пострадал в городе. Поэтому едем за город. Зачем тебе? Ну-ка покажи. Мы себе побрякушки купили. Это, где ты нашел такое? А, в магазине продавали. Да. 3 рубля 13 копеек. Это с жвачкой шло. Ну что, друзья мои, мы приехали в какое-то место. Это дом Германа. Посмотрите.
Герман нас пригласил в свою усадьбу. Это дом Германа? Это дом Германа. О, его резиденция. Так что не надо его хейтить больше. Гера нас у себя дома приютил. Сейчас начнем. Отмечайте у меня свадьбу. Сабантуй. Пойдемте делать обзор, наверное, друзья. Нихера себе, смотрите, тут у Германа двухэтажные коттеджи. Поле для игры в гольф. Зеленые человечки. Каменные ступеньки. Как же круто здесь тусить. Вообще, друзья мои, приезжайте к Герману вместе. О, вот это да! О, тут даже у него пес есть, смотрите. Вот это пес. Вот так вот живет Герман. Вот так вот живет Герман. Сколько тут комнат у меня? Давай ревью, ой, как это сказать, обзор. Короче, дом Германа, смотри. Что у него есть? Скажи, сколько комнат у него есть? Комнат у него штук 10, наверное. Сейчас мы посмотрим, посчитаем. Я у Германа ни разу не был, дом он только купил, Герман приобрел его. А знаешь, почему его приобрел? Чтобы пацаны, ну, как бы не гнали. Ну, конечно, чтобы не хейтили его. Конечно. Вот, короче, здесь будут жить дети Германа когда-нибудь, ну, пока у них их нет. Так, уже приготовил, подушечки есть. Да, 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 дети Германа. Я ребенок Герман. Ой, пока, кстати, Саня здесь. Я Герман. Сыня. Герман вас Сыня называет. Что еще есть тут у Германа? Может, у Германа самого спросить? Герман еще есть баня. Вот красивая Германа спальня. Вот это, вот здесь он спит. Вот это просто для вещи скидывает. Ну это да, шкаф какой-то. Прикиньте, вот у Германа такая ванная. Джакузи у него. Пойдем в сауну. Такая Герману же надо где-то развернуться, правильно? Когда моешься, чтобы, ну, как бы, ну, хорошенько помыться. Естественно. Саня хочет рассказать про отношения к собаке. Да, как объяснить собаке, что ты главный, незнакомый собаке. Так, давай. Садишься на нее сверху, седлал, так, и кусаешь ее за ухо. Так ты покажи, где кусать надо. Вот так. И за ухо. Вот за ухо ее грызешь. И она чувствует, что ты главный. Но она тебя больше не будет теперь в борщ ссать. Она вообще, в смысле, тебя будет уважать после этого. Окей. Она не любит эту тему. Ребят, вы поняли? В общем, делайте так, и не будет у вас проблем с псами всякими смердящими. Ой, Герман. Это сколько нужно вот денег копить, чтобы вот жить в таком доме. А вот, кстати, портрет Германа. Окей. Герман любит старые вещи, поэтому у него вот весы Тюмень есть. Работают, кстати. Кстати, на собаку Германа посмотри. Собаку Германа. Как зовут ты? Герман, как собаку твою зовут? Собака. Вообще, а что здесь, здесь собака? Это же... Он живет. Зачем вы в дом Германа? Герман, почему ты у меня спрашиваешь, зачем здесь живет собака? Ну, я не знаю. Твой дом. О, а там портрет Германа? А, нет. Да, это братан Германа. Братан. Подарил ему. Братинка его, они вместе служили. А, вот почему у Германа такой дом. Герман в Германии служил. Вместе с Володькой, да, песик? Что на втором этаже у Германыча есть? Так, тут ремонт какой-то идет. Куда он вообще убежал, Герман? Вызывает сатану здесь иногда. Далее. Опять комната. Оу. Еще комната. Здесь с картинками, с голыми какими-то женщинами. Далее балкончик. Куда без балкончика? О, смотрите, сосна, сосну. Так. This is the other dog. Huh? A new one. Yeah. Ooh. Еще один пес, оказывается, у них там есть. Second one. Псин, сколько собаколов. Герман собаколов получается какой-то. Фу, здесь чем-то попахивает. Герман, зачем ему столько комнат, я не понимаю. Он что, на каждую неделю у него комната есть или что? There are a lot of rooms here. Темновато.
Антуражик такой, еще тут есть какие-то картинки. Oh my god. Nice pictures here. Вот такой мини-обзорчик. Вообще начнем потихоньку обживать все это дело, обживать и вам покажем. Вау! Свет светит прямо на унитаз. Что нам еще надо? Come here. Белка, белка. А? You say белка. This one? Да. Why? It's name. But I know, but why is he Elvis? Because he also wants, she also wants. No, then come here. Then tell her, call her. Back up. Back up. Call her by name. Бека. Бечка. Бичка. 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 Видишь, сразу развернулась. Все. Не хочет идти. Нет, это новое имя у них. Ну, Герман, конечно, разжился. Ладно, ничего-то страшного. У нас тоже с вами будет дохера баблища, и мы купим такой же дом. Только на берегу океана. Зачем нам на берегу Зеи? Что за бред? Угу. Так, здесь опочивальня. Получается здоровая. Качелька. Видите, вот качелька. И чайник на березе. И самое главное, что есть в этом доме, это мангальчик. Ой, мангальчик. Мангальчик вот он. А это как называется? Гамак. Саня, я нашел самую крутую вещь у Германа в доме. Это гамачок. Запрыгивай сюда ко мне вместе. Вместе покачаемся. Уголь брали или? Я не знаю. Видите, какой я тонкий на самом деле-то. Жопка-то моя узенькая. Я сразу до земли. Ну давай. Да нет. Оно настроено под любой возраст. Сиди, сиди снизу, сними. Как оно вылазит. Нифига, смотрите, жир как бы проступает, у него желе такое. Как из авоськи-то, если вы сало купили, шмат, вот оно, Санино сало. Саня, твое сало там сейчас все увидим. Вообще такая мерзкая хуйня на хуй. Да. Какая вообще. В общем, вилла с видом на река Зея и мост через Зею. С поездами. Ну, пес прям вообще добавляет кавайности. О, так тут еще петушня, что ли, есть, Сань? Да. А где они? О. Даже петушня есть. Че? Сейчас, подожди, я посмотрю на петушню сперва. Хейтеры. Это ключ. Дядя Илья развел костер, разжег рознь. И еще у нас есть выбор. Или использовать вот этот стол длинный, здоровенный, или использовать тот, у которого Германа в хате стоит. Все, вампиров. Нихера тут сковородки, смотрите, какие здоровенные. Что, блины жарить, что ли, на них? Только козла жарить. У меня их много. Сколько? 10 тысяч? Да. Молодец. Это на ютубе? Угу. Да херню всякую снимаю, кто-то смотрит. Я даже не знаю, кто. Привет, подписчики. Привет, привет. Не, ну учитывая Лешин контент, там такие обремененные интеллектом люди. Ну такие же, как я вокруг себя таких же, как я собираю. Я же тоже на тебя подписался. Еще одна проблема, дорогие друзья. Очень сложно вытереть здоровый стол. Одного человека не хватает, чтобы вытереть стол. Давай Лешу за руки бери, я за ноги, мы его просто одним разом потрем. Ну давай. А вы меня поднимете? Ребят, давайте сами.
Тебя поднимем, конечно. Зачем чайник над головой Саня висит у тебя вон тот? А. Саня шуганулся. Давай, его блин. Льешь просто? Не, писали, здесь писали картину. Затмение чайника. Фу, блядь, я слышал, что ты сказал. Иди в жопу, блядь. Получается, смотрите, у нас было две собаки, да? Ну вот одна осталась, а вот вторая вот, вот там. Чего ты мелешь? Так, Саня делает обзор собаки. Ну давай, вперед. Ну давай с пасти начнем. Так, хорошо. Так, смотри. Хорошо. Смотри. Видишь, вот у нас зубье. Зубье. Вот, это вот, вот этот клык, он как раз в, это, в ляшечку входит, когда кусает. Вот да? Сюда, ну. Да. Что еще есть? Полосочка красивая. Слушай, смотри, да. Какой стильный нос. Нос стильный, прям вообще красивый. Но он как будто резиновый. Красивый. Он настоящий? Это знаешь, как резин техническое изделие с производства Чувакуш в Челябе. А, Челябинский тракторный завод, я знаю, ЧТЗ. Резин технических изделий есть завод. Угу. Во-первых, она, смотри, стилевые краски. Ну такая, да? Она бежит. Один хозяин, а какой пробег? Блять, а где пробег? Посмотри по кольцам. Ну, понятно. Пробег. Да я не знаю, сколько лет. Молодая. Ух ты. Это ну слушай, такая. Слушай. Кто? Нормально? То есть да. Там кости не торчат? Не, вообще такая бодренькая прям. Ну, шерсти, конечно. А сколько она на 100 километров жрет? Он жрет, я не знаю, на 100 километров, на килограмм 20 Леша съест. Она килограмм 20 блогера съедает. То есть это вообще не экономная вообще скотина? Да нет, блогеров сейчас столько, что вообще экономная. Меньше блогеров, лучше земля. Каждый второй блогер. Ну, так что нормально. Ну стоит покупать его, не? Да зачем? Ты эту бери бесплатно. С собой забираю. Да? Смотри, а смотри, какие глазки, они разненькие. Один левый, другой правый. Так это у всех собак. Так, видишь, красиво, красиво. Вот мы с Саней херней страдаем, а там на самом пожар. Деле вот там, смотрите, вот там готовится. Там серьезные вещи происходят. Там происходит пошли, действительно пошли. Серьезные, ну, смотрите, тут, конечно, какие мясо, серьезные если, вещи. Ты слишком близко к мясу подошла. А это мужик или самка? Лёх, посмотри под хвостом. Сейчас посмотрим вместе с подписчиками. Скорее всего, это все-таки самка.